Ну, в общем-то, никаких идеологических основ в моем решении принять участие в этом проекте не было. Я артист, и мне поступило предложение. Вероятно, режиссер меня увидел, вернее, мой голос увидел, соединил с этой картинкой, с этим персонажем, с этим образом фиолетового мага. Последнее из чудес европейской науки. Вибротрубный инструментиус провидит грядущее. Я, естественно, согласился, потому что давно мечтал озвучивать мультики, и это невыразимый кайф слиться с рисованным персонажем. Я вычищу Сухареву башню. Потом я стал углубляться в исторические нюансы и стал понимать, что на самом деле это имеет такие глубокие корни в истории России. Зовут Яков Брюс. Граф, математик, астроном, мастерская у него в Сухаревой башне. О создании этого мультфильма можно писать уже свою историю государства российского, да? И сама тема, она, вероятно, к этому обязывает. Я, как артист, естественно, воодушевился желанием это все озвучить, подарить этому всему голос. И с этого все началось. Идет большая работа по музыкальному оформлению этого проекта. И есть большое желание подарить очень хороший звук этой изумительной, на мой взгляд, картинке и всей этой работе операторов, режиссеров, художников, мультипликаторов, которые все это смонтировали очень красочно, красиво и со звучанием целой команды хороших артистов, которые действительно очень качественно это все простроили. И, конечно же, хочется подарить этому хороший звук. Музыку, которую пишет Рыбников, да, и записанную с хорошим симфоническим оркестром, но, как всегда, чуть-чуть не хватает. Да, и поэтому проект в нашем русском стиле как бы обращается уже к народу для того, чтобы закончить эту историю и поставить эту точку, да, и выпустить на большой экран. И я думаю, что русский народ должен поддержать историю о самих себе, историю Сухаревой башни. И если это произойдет, то мы, а я уже смело называю себя членом команды и также радею за все происходящее, мы будем очень вам благодарны. Я думаю, что вы и сами будете себе благодарны, если мы поднимем эту глыбу и сделаем действительно качественный продукт. Спасибо вам. Разрешите откланяться.